Добрый день, дорогие лидеры Faberlic. Рада приветствовать вас на нашем форуме. Моя история в сетевом маркетинге началась еще в конце 90-х. По профессии я инженер-химик, занималась наукой, делала кандидатскую. Но когда родились мои дочери, я не захотела, чтобы их воспитывали чужие дяди и тети, чтобы они после школы сбегали с ключом на шее. Я стала домохозяйкой. Дети росли, а моя неуемная энергия не находила выхода. Мне не хватало общения, активности, не хватало признания. Однажды меня пригласили в сетевую компанию, и с тех пор я уже ни одного дня не работала на государственной работе. У меня 24 года стажа индивидуального предпринимателя, и все это в сетевом маркетинге. В 2011 году, будучи топ-лидером компании, с большой командой я пришла в Faberlic при присоединении Infinum к Faberlic. Я человек идейный, преданный своей команде, продукту, и так случилось, что я просто сломалась. Я не могла работать целых 4 года. Это был какой-то анабиоз, я называла его сном разума. За эти 4 года я познала все прелести сетевого маркетинга, все прелести пассивного дохода. Мои консультанты потребляли продукцию, благо, что в Faberlic огромный ассортимент. Они еще и зарабатывали, ну и, естественно, я получала хорошие бонусы. Но структура без моего активного участия потихонечку таяла. И в один прекрасный день раздался звонок от моего наставника. Она спросила: «Рида, ты будешь закрывать свой групповой объем, дотягивать его до директора?» Я сказала: «Конечно, буду». Мой бизнес из 16 директоров растаял до одного директорского объема. И я начала свой бизнес Faberlic с чистого листа. Я говорю об этом периоде своей жизни сегодня намеренно. Я знаю, что к нам присоединилась новая компания. И я призываю лидеров этой компании не повторять моих ошибок. В нашей компании можно и нужно делать большой бизнес. Надо сразу входить в поток бизнеса Faberlic. Ну а теперь я хочу рассказать о своих принципах ведения бизнеса, которые, кстати, на тот момент я сама не выполняла. Для того, чтобы бизнес состоялся, есть несколько условий. Первое – это у лидера должна сформироваться система убеждений. Над формированием этой системы мы работаем с первых дней, когда приходит человек, партнер на бизнес, именно на бизнес. И система эта, проста как мир, она строится на трех китах. Первое – это вера в компанию, второе – это вера в продукт, и третье – это вера в индустрию сетевого маркетинга. На вебинарах, на личных встречах, на мероприятиях структуры, везде мы работаем над этой темой. Второе. Чтобы добиться успеха в бизнесе, надо быть в потоке. Быть в потоке информации, быть на всех мероприятиях. Структурные, региональные, мероприятия компании. И третье. Принимать участие во всех акциях и программах, которые объявляет компания. И именно вхождение в поток, участие во всех мероприятиях, во всех программах компании и дали рост моей команды, команде, когда я снова начала свой бизнес Faberlic. В то время была объявлена акция для драгоценных директоров «Поездка в Шри-Ланку». В этой стране я была в поездке с Infinum, я мечтала туда вернуться. И мечта совпала с целью, и началась работа. Главным инструментом были программы и акции компании. И я расскажу, как мы в команде работаем с акциями, как мы тогда сделали эту квалификацию. Первое – это полный разбор акции. Все условия, все тонкости, ответы на все вопросы. Проводим встречу с ключевыми лидерами. В то время у меня структура работает на земле, и в то время мы проводили офлайн. Но сейчас мы перешли тоже частично в онлайн. Второе – это на встрече после разбора самой акции или программы мы делаем анализ структуры одного из лидеров, который здесь на встрече. И показываем, как можно с помощью этой акции, с помощью этой программы вырасти. Давайте для примера возьмем ту акцию, которая сейчас у нас выполняется. Это эксклюзивный подарок всем VIP. По отчету мы выявляем ключевых партнеров, какая структура, как он рекрутирует, есть ли участники маркетинг-плана, и далее составляем план именно для этого лидера. В случае с этой акцией выявляем тех, кто постоянно выполняет личный объем 100 баллов. Тех, кто по каким-то причинам перестал выполнять личный объем 100 баллов, ключевых партнеров, которые в маркетинг-плане, но не выполняют объем 100 баллов, и потенциальных. Есть такие, которые постоянно заказывают 50 и более, но не делают 100 баллов. С этими консультантами мы ведем индивидуальную работу. Можно создать отдельный чат для тех, кто в акции, и работать там с ними. И первое. Важно не просто позвать в акцию, важно дать консультанту инструмент.
в случае выполнения 100 баллов личного объема. Это методы, как набрать 100 баллов. У меня есть консультанты, которые работают банально. Раздача каталогов и делают личный объем более 200 баллов. Есть, кто выполняет 100 баллов, создают чаты совместных покупок со своими знакомыми, родственниками. Методы все у нас есть на нашем официальном канале Faberlic TV. Велосипед изобретать здесь не надо. И второе. Какие преимущества и какие выгоды он получит? Консультант, лидер, вступая в акцию, он должен понимать, какие выгоды он получает. Если мы с вами просто объявим в чатах об этой акции, то результат, естественно, будет практически никакой. Каждый лидер, каждый директор, каждый наш партнер-новичок, который идет выполнять акцию и программу компании, он должен обладать видением, что он получит, когда выполнит программу, какой групповой у него объем будет, какие у него будут бонусы. Далее идет контроль выполнения и промежуточные результаты. Поздравления после завершения программы. И по этой схеме отрабатываем все акции и программы компании. В данном случае не важно, это акция на личный объем, на рекрутинг. Везде эта схема работает. Просто надо будет посмотреть немножечко другие показатели. Поездка на Шри-Ланку была выполнена в моей команде. В первой линии за год появились три директора, выросли три директора. И в прошлом году, используя этот же инструмент, главный инструмент в развитии лидера, программы и акции компании, в команде четыре директора выполнили поездку в Турцию, программу для директоров. И в завершении хочу сказать, когда объявляется акция или новая программа компании, для настоящего лидера не стоит вопрос, буду ли я ее выполнять. Очень важно задать себе вопрос, как я использую возможности, которые дает мне эта программа. Кто из моих лидеров будет выполнять ее вместе со мной? Как вырастут мои лидеры? Какие бонусы они заработают? Куда они поедут? Ведь мы с вами знаем, что наши бонусы вырастут только тогда, когда наши лидеры, наша команда будет много зарабатывать, будут расти. Желаю всем большого роста вместе с Faberlic.